Ты где? Сзади, я в танк свой врезался. Сейчас заберут. Где он лежит? На было, на... видишь, значок такой, огонь. Да. О, я огонь. Я огонь. Ну вот, захватывай, иди на С. Поджигать пердаки, там надо, да, они есть. А, граната зажигательная у него, наверное. Наверное. Ну, по идее, да, должна быть. Что он тяжело дышит. Тяжело дышится в таком снаряжении, наверное. Да чё, это всего лишь огнемет. Я двоих зажарил. Я раздавил, короче, не будь чего сентинеля. Там прям такая ебашалова сейчас была, жесткая. Нам не чисто по домам ходить зачищать. Ну да. А в дом поджарил там чуть-чуть и все. Пойду я попробую отжарить с пацаном. Оу. Ну что, блядь, танк? Охуенно. Лол, на мини подорвался. Найс. От меня пацан куда-то убежал. Машину, кстати, тоже дамажит. Вот эту маленькую бронированную. Да? Лол. Лол? Че это было? Я убил двоих пацанов, сам зажарился. Сам себя, что ли? Такое ощущение, что по мне попали пули и подожгли. Да? Да. Может, как раз снайпер вот этой пули? Я на тебе сейчас. Тут ебашило, осторожно. На крыше, пацаны, и там еще на точке. В том доме напротив. Да и в этом тоже. Его убило. А, там танк. Окей. Да. Она на горе стоит у нас там. А это наш? Угу. Что там мы штурмуем? Они же мертвые там, наверное, все. О, тачка приехала. Как приехала, так и уехала. Бля, у меня патронов нет вообще. Я распидорасил тачку.
А из него вырезали чуваки там. Но они в доме. Одного убил. Больше не видно. Вот он был на середине. Но тут же домов нету, блядь, я не буду прятаться. Ну реально, дверь стоит. А, это не дверь. Так, самолет. О, еще что-то. Она что, для двоих? Слона бой. Резнулся, да? А я только что уехал, блядь, жалко. Ну я подобрал. Ну да. А я все равно не смог бы стрелять с него. Он косой у меня. Чувак на лошади не может убить. Мы в траншее режим. Чуть не могу попасть, но это, конечно, расстояние огромное, но. С чего? С слонобоя. Но расстояние такое, что просто маленькие человечки бегают. Попробую танк Хантера. Че? Ну, танк Хантер. Че танк Хантер? Ну, блять, на этом первом самолете есть танк Хантер, так называется. Ну, че там? А, ну так я и летал. Ну вот, я попробую по танкам пострелять. Я иногда попадал. Получалось попадать. Четыре? Что? Йо-лол. Йо-лол? А почему так мало? Чё четыре? Четыре урона нанёс. Да не, это ты промазал, значит. Там нормально наносит. Танк видишь какой-нибудь, нет? А, нет. Да я вообще бегу на спот. Откуда я смогу отстреливать? О, я вижу танк. Гол промазал. По поезду можно будет с этого танка Хантера пострелять. Чувак, короче, залез в машину, ну, залезал в машину. Я выстрелил чувака и взорвал его вместе с машиной. Ты с этой хуйни, да? Да. Лол, я самолет сбил. По крылу.
А что, так легко сбивается самолет, реально? Блин, ну я пытался, у меня не получалось. Рядом просто это очень быстрый самолет. Слонобой, двадцатка по танку. Маленькому. Ну там смотря куда попадешь, я попадал и по 40 вообще на силу урон. Я сбил самолет опять. Прикольно. Так, вижу, что это такое бронированное едет. Пацаны не понимают, что их взрывает. Опять тачку взорвал. Ай-яй-яй. Опять пацанов. Ну, конечно, не понимаешь, просто едешь, блядь, а потом бац. И ты уже никуда не едешь. Не, слонобой, это не то. А по тяжелому там танку идет, дамаг, нет? Я не увидел ни один танк. Ну вот на Г есть танк, если что. Прям на Г. Ну я уже на другой самолет сел. Да я имею в виду про слонобой, а не про твою. Про твой, конечно, там. Ну там идет. Какой-то. У меня два патрона, так что я не буду пробовать. Лучше убью пару пацанов. What the fuck? Чё? What? Меня кто-то захотел убить, сбросил на меня бомбы, но... Бля, кто-то на меня разозлился. Так, со стороны посмотришь, столько пацанов в нашем городе. Господи, кто стреляет по мне, блядь? Последний патрончик. Блять. Только взял дробовик клевый у кого-то. У штурмовика должен быть. А, значит, видимо, просто. Да, зато роль такой дробовик, хуй знает. А можно сентинель пушку выкинуть это? Ну, нет. Вау. Че, они там внизу на F? Да. Много их там? Вообще прилично. Ща, помогу. Меня убили. Ебался в них троих. Понятно. О, наш чувак под огнем, жалко. Бедняжка, блять, умер. Ты на чем? На самолетике. На каком? Танк Хантер. Да. О, вот он танк. 26 урона по тяжелому. Бля. Щит, дизейбл. Он очинит.
А! What the fuck, я не умер. Я тоже, блять, убегаю. Почему мы не умерли? Я потом вышел и умер. А ты остался жив? Да, я живой, я в противотанковый залез. У меня чувак задюгал. Ну, блин, неплохо, антитанково неплохо. Там если нормально заходить, если ты не кривой, то можно и по пару выстрелов за заход делать. Чё за крики, блядь? Через минут 10. Так. Как мы теряем Д, если там никого нет? Значит, там все же кто-то есть. Да, все-таки кто-то там был. А, даже на машине кто-то. Какая из трех этих пушек самая лучшая? Нихуя себе. Ох, лол. Что такое? Я тут столько народу не перестрелял. О, жесть. Блять. Флеймсровер. Опять shots fired. Я, короче, больше всех стреляю постоянно. Красава. Можно просто молоко стрелять постоянно и все. Я